Застолье с летальным исходом. Собутыльник до смерти избил 52-летнего приятеля. Трагедия произошла в ночь на воскресенье во Флорежском районе. В службу 112 позвонила 40-летняя сожительница погибшего. По данным полиции, пара выпивала с 43-летним односельчанином. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора и началась потасовка. После одного из ударов хозяин дома скончался. Бездыханное тело отправили на судмедэкспертизу. Правоохранители уточнили, что подозреваемый освободился из тюрьмы в апреле прошлого года. Он отбывал наказание за несколько ограблений. Агрессора задержали на 72 часа. Открыто уголовное дело, ведется следствие.